Здесь что-то есть. Вид довольно хрупкий.
этом нет необходимости.
Я нашел часть доспеха Повелителя Титанов. Ты можешь его починить? Починить? Доспех? Тебе стоит обратиться к кузнецу, а не к друиду. Мне нужна помощь не с металлом, а с магией. Ясно. Пойдем починим его.
Здесь мы можем починить доспех. Так-так, дай-ка мне часть. Вот доспех. Отлично, начнем же тогда. Все готово. Что было разделено, вновь стало единым. Вот доспех. Удачи тебе с заданием, которое тебе предстоит. Береги себя. Ты вернулся. Ты достал доспех? Да, я все нашел. Хорошо. Всему свое время. И сейчас настало твое время. Ты готов встретиться с Титаном, чтобы снова заточить его в ловушку. Что мне нужно делать? Иди к воротам. Титан скоро попытается покинуть свою темницу. Ты должен остановить его. Я знал, что ты вернешься, но уже слишком поздно. Врата закрыты. Титан восстанет. Прочь с дороги. Если ты встанешь у меня на пути, то предашь все человечество. Так или иначе, вам придется отступить. Ты упустил из вида один факт. Ты не сможешь даже увидеть Титана без этого окуляра. Тогда, полагаю, мне придется его забрать. Ты носишь доспех Урсагора, но тебе не хватает воли к победе. А поэтому ты умрешь, подобно прочим. Мне нужно подумать, оставь меня.
люди были рабами богов. Когда исчезли боги, появились титаны. И человечество было обречено на гибель. Но одному острову удалось уцелеть. Один человек осветил путь другим. Пламя надежды загорелось ярче солнца. Человечество восстало. Thank you.
Ну как? Принял решение? Принял. Что ж, мы все живы. По крайней мере, пока. Ты заточил Титана в горе? Этого Титана да. Но есть и другие. Надеюсь, эти доспехи помогут с ними справиться. Ты собираешься сразиться с ними? В одиночку? Если придется. Их нужно освободить. Таково мое решение. А вот буду ли я это делать в одиночку, это уже твое решение.